Итак, знаете этого человека? Да, Ельцин. Вот примерно когда он правил? Вот года правления есть? Нет, скорее всего, вот, наверное... 1964? До 91-го что-то. До 91-го. Вот сюда, да? Брежнев, по-моему, нет? Да, все верно. До Ельцина или после Ельцина? До. До Сталина? Нет, между что-то. Между? Да. Ленин. Владимир Ильич? Да. Фамилия его? Ленин. Хорошо. Кто это у нас? Никита зовут. Не помню. Хрущев фамилия. Да. 91-й. 91-й Никита Хрущев. Вот смотрите, фотографии и года правления нужно ставить на место. Итак, Горбачев. Ой, я... 17, ну вот на первое место. Вы думаете, что Горбачев правил в 1917 году? Правильно? Ой, нет, все. Нет? 1900. Снять Горбачева с поста? Да. Вот сюда. 85-й? Да. Ленин? Вот здесь. Перед Горбачевым? Да. Это вы знаете мужчину? Ну, знакомый, но не знаю. Хрущев фамилия. Да, Хрущев, Ленин, кажется, да? Перед Лениным. Перед Лениным. Да. Или после. Ну, ладно. Ладно, что ж там. Итак, вот еще один человек. Угу. Ну, это сюда. Ельцин, 2008 год, да? Да. Брежнев был, наверное... 85-м, наверное. Горбачев. Горбачев. Ой, Горбачев. Вот все где-то. 91-й перед год. Ельцином. Перед Ельциным. Хрущев. Хрущев был перед Брежневым. Значит, здесь. Константин, Борис Ельцин. Какие годы правил примерно? 1953 по 1964. Так. Этого мужчину узнаешь? Ленин. Ленин. Куда в Ленина? Он был перед... Ленин. Перед Сталином. Да. Каково будет ваше удивление, когда я вам покажу все-таки фотографии Ленина? Владимир Владимирович Путин. Да. Куда? 2012. Есть. Константин, чем занимаетесь? Я повар-кондитер учусь. Мечтали когда-то готовить для Путина? Ну, естественно. Мечта любого повара-кондитера. Давай, хорошего дня!